Вот так надо перевозить гусеничную технику. А у нас вездеходы по советской гоняют на скорости. Никто не обращал внимания. Белый вездеход. И частенько тракторы тоже мотаются по асфальту. Но сейчас ждем Сергея Ивановича. И поэтому у нас сейчас все чики-чики. Сергей Иванович набирает силу, подобно Юрию Яковлевичу Чайке, при одном упоминании о котором асфальт укладывается, снег расчищается. Что еще делается? Ну, в общем-то, на этом и заканчивается вся показуха. Грустно, конечно, но тем не менее. Николаевск на Амуре день за днем, группа в социальных сетях, Роман Зайцев, живу на ДВ, авторский канал на YouTube, друзья, палец вверх и какой-нибудь, пусть даже самый плохонький, гнусненький комментарий. Жизнь за окном. Воскресенье, трудовые будни механизаторов.